Ребята, всем привет, с вами Александр, канал Линка Гейм. У нас появилась еще одна игрушка, которую стоит ждать. Это у нас игра Planet Zoo. В общем-то, это от разработчиков Frontier Development, от разработчиков, которые делали Coaster and Zoo Tycoon, ну и, естественно, Jurassic World Evolution, ребятки. Она должна выйти в осенью, короче, осенью этого года, то есть она только вот была анонсирована на днях. В общем-то, ссылочки я на это все дело оставлю. Вот ее был создан сайт planetzoogame.com, да, и было анонсировано уже первый ролик, он только там один у них на канале, сейчас мы туда тоже перейдем. И вот этот перевод прикольный, то есть это не Google так перевел, я здесь выбрал на сайте русский язык, и он такую фигню мне написал: зверский симулятор. Ну, надеюсь, он будет зверски хорошим, этот симулятор. В общем-то, возведите мир для диких животных в игре Planet Zoo, новом симуляторе зоопарка от разработчиков Тролливали. Воссоздайте места обитания животных, управляйте зоосадом, окружайте себя его реалистичными обитателями, которые будут взаимодействовать со своим окружением. Ну, в общем-то, это, скажем так, будет еще более доработанный движок, на котором построен Jurassic World Evolution, да. В общем, давайте посмотрим, что у нас тут сейчас есть. У нас такое семейство львов. Вот слоники есть. Вот слоники любят играть в футбол. Волки есть. Мишки. Классно выглядят мишки. Прикольные, мне нравятся. Люди бананоголовые. И зебры, да, это то, что он, короче, сейчас уже... А, еще гиппопотамчик. Вот гиппопотамчик вообще шикарно нарисован. Классно. Это будет классно. Ну и вот человек, короче, с какой-то воздушной пушкой. Да, вот такой вот, в общем-то, сайтец. А что у нас тут? О, смотрите, у нас Левик. Левик у нас здесь есть. Левик. А, тут у нас симулятор. Глубокое управление. Ну-ка, давайте вот это сейчас. А что это такое? А, это просто гризли. Урус Арктос. Так, во время подготовки к спячке гризли может... набрать до 180 килограмм веса, ну это не так уж много. Так, управляйте потрясающим живым миром, реагирующим на каждое ваше решение, сосредоточьтесь лишь на самом важном или занимайтесь выполнением даже самых мелких задач. То есть будет какой-то авто, ну типа не автопилот, а поведение по умолчанию, куча всего по умолчанию, да, но можно будет и что-то корректировать. Поразите воображение зрителей грандиозными экспозициями, развивайте зоопарк, опираясь на новейшие исследования, и возвращайте новое поколение ваших животных обратно в дикую природу. Ваши решения будут влиять на мир, в котором процветание и защита животных стоят на первом месте. Так, бесконечный полет фантазии. Можно создавать уникальные зоопарки. В общем-то, что там все решать, как хотите. Проявите свое воображение. Реки, озера, холмы и горы. Тут должна быть продвинутая система с ландшафта управления. То есть, потому что Jurassic World Evolution, она такая довольно скудная. Даже в Prehistoric Park там все как бы посерьезнее. Так, присоединитесь к нашему сообществу и делитесь своими блестящими идеями с помощью мастерской Steam. Сообщество Planet Zoo каждый день выпускает для игры новые материалы. Ну, то есть они как бы уже наперед написали. Еще как бы ничего нет. Саванная зебра. Экус куга. Да, ну, в общем-то, тут больше такого ничего не написали. Ну, и зверский симулятор. Сенегальский лев. Пантера лео сенегаленсис. Рычание взрослого самца льва можно услышать на расстоянии до 8 километров. Кстати, а про зебру нас что тут написано? Про слоника что пишут? Бивни африканского слона растут на протяжении всей его жизни. Могут достигать, вырастать на 7 сантиметров в год. А зебра, так, распознают друг друга по неповторимому полосатому рисунку на теле. Кстати, да, по поводу зебр, они бывают черно-белые, бывают бело-черные. То есть у разных зебр, ну, больше черного, а у других больше белого. Есть такая тема, да. Это мы знаем. Ну вот в Стиме цены еще нет, ничего нет. Ну, она, думаю, будет плюс-минус, как и Jurassic World Evolution. А теперь давайте перейдем, собственно говоря, на сам канал. Вот смотрите, что у них здесь есть в описании. Дата регистрации канала 15 июня. Была именно создан сам канал. Ссылочки я на все это дело оставлю. Это официальный YouTube канал Planet Zoo. Так, это мы уже читали. То есть осенью 2019 она должна выйти.
зоопарк симуляторов, настоящие животные. Но мне кажется, что от животных должно быть намного больше, чем динозавр. Динозавр у нас сейчас 59, Jurassic World Evolution. Здесь, ну, животных должно быть больше. Я считаю, не понимаю, почему так мало динозавров. Делайте их больше. Их же там целый миллион. Там даже без гибридов миллион этих динозавров. Так. Животные, которые думают, чувствуют и исследуют мир. Ну, надеюсь, здесь будет какая-то продвинутая система, как-то, может, стадное поведение допилят. Ну, в общем, то, чего не хватает сейчас в эволюшене. Так. Пройдите кампанию, в которой путешествуете по всему миру. Здесь там, то есть, есть какая-то интересная кампания. У нас, типа, как по островам в Jurassic World Evolution, там будет, наверное, по материкам или по странам. Вот как-то так реализовано. И там нам нужно будет строить зоопарки, разные зоопарки с разными животными. Ну, я думаю, ну, будет много аналогий с Jurassic World Evolution. Дайте волю своему воображению в режиме песочницы. Опять же, у нас есть остров песочница, да? Создайте уникальные места обитания и обширные ландшафты. Принимайте важные... Где-то принимайте важные решения и осмысленные решения и ухаживайте за своими животными, когда вы строите и управляете самыми дикими зоопарками мирами. Для получения дополнительной информации переходите на сайт, который я вам уже показал, и ссылочку на Steam я тоже вам показал. Да, вот в разделе видео, как видите, один день назад у нас появилось одно видео. Так. Так вот, тут видите, можно будет, короче, много, можно чего будет построить. Так, это у нас такой вход. Ну, тут это у нас, кстати, строительство дорожек похоже на то, что у нас есть в Evolution. То есть так как-то прикольно. Вот можно селфи со слоником будет сделать. Так, слоники играют в футбол, но я не буду, естественно, сейчас ролик этот прокручивать. Мало ли там музыка какая-то играет, авторские права. Так, вот у нас семейство лёвиков. О, вот лёвик, смотрите, какой классный. Такой вот прикольный лёвик у нас. Вот, тут еще прикольная сцена сейчас будет. Вот смотрите, у нас какой есть гризли, и он плавает. Ух ты, прикольно, видите, да, можно будет такие какие-то мостики строить. Вот, надеюсь, какое-то будет, да, людское поведение животных между собой. Стадный инстинкт, и будет, наверное, много всяких прихолюк, которые можно будет строить, ребятки. Вот такой вот у нас, в общем-то, будет Planet Zoo, но ждать нам еще чуть ли не полгода. Осень месяца 4, наверное, нам придется подождать, может и 5, а то и 6. Вот такие, в общем-то, дела, ребятки, так что заходите по ссылочкам и смотрите, добавляйте себе в Steam закладки, чтобы ее не пропустить, когда она выйдет. Всем пока!